Вот вышла в сад попить чаю с маковой булочкой. Она, видите, какая-то у меня не очень газистая, как гондола получилась. Да, около своей любимой розы. В этом году она у нас не такая пышная, так как я очень уже много всего отрезала, то бишь больших пышных веточек, чтобы как букет был, и люди черенки могли наделать. То есть поделилась. Так что создавайте мир прекрасного. Вот так потом будете пить чай. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Я вас целую. Пока-пока.